Какие смеси масел хорошо бы использовать в шоуруме женских украшений, чтобы поднимало настроение и располагало клиентов к покупке? Значит, смотрите, очень хорошо какие-то женские цветочные масла. Я бы даже порекомендовала, может быть, смесь Holiday Joy. Вот, и что у нее в составе? У нее в составе апельсин, гвоздика, кассия, ладан, сибирская пихта, бензой, имбирь, бальзамическая тоже пихта и цистус. Да, то есть есть женские масла, есть мужское масло, имбирь, специи, и вот она дает вот это ощущение праздника. То есть лучше взять что-то мужские, да, немножко мужских, побольше женских и цитруса, то есть какой-то вот такой вот микс. Можно попробовать цитрус близ, я думаю, тоже будет хорошо для женских пространств, вот то, что надо. Конечно, в идеале бы лучше что-то типа жасмина, но понятно, что это будет достаточно небюджетно, да, и потом жасмин сейчас сложно купить, он только из Америки. Но вот было бы идеально прям вот такой вот аромат роскоши. Может быть, что-то с илангом. И много цитрусов, это вот прямо обязательно. То есть экспериментируйте, может быть, ваниль хорошо пойдет, ощущение уюта, ощущение комфорта. Но вот начните с Holiday Joy как раз, то есть Holiday Joy это как раз очень хорошая смесь, да, будет на эту тему. Афродизиаки будут уместны, потому что как раз украшение это про роскошь, это про богатство, но опять-таки здесь надо смотреть, какой ценовой сегмент, да, то есть тоже вот я сходу предложила использовать дорогущий жасмин, опять-таки ценовой сегмент тут важен, то есть я говорила именно про премиальный сегмент. Если что-то, опять-таки и возраст, да, покупательниц, то есть на кого рассчитаны данные украшения, то есть это женщины уже более старшего возраста, это девушки, это подростки, то есть кто целевая аудитория, это тоже важно. Потому что если речь, например, идет о девушках-подростках, да, здесь можно взять что-то более легкое, да, например, обойтись вообще одними цитрусами без цветочных. Если речь идет о женщинах, даже, скажем так, 50+, да, которые носят бриллианты, это совершенно другая целевая аудитория. Поэтому на самом деле вот так, девушки 25-45, но это вот что-то среднее, да, то есть Holiday Peace подойдет, Citrus Bliss подойдет. Сандал плюс жасмин, это прям премиум-премиум, то есть это вот какие-нибудь там якутские алмазы, вот что-то такое, куда приходят женщины в возрасте, и женщины очень состоятельные, то есть тогда да, вот для вашей целевой аудитории это вот женщины, поскольку помладше, здесь что-то полегче взять.